Друзья, здравствуйте. Снимаю видео ночью, потому что сегодня мы целый день были в городе. Ну, можно сказать, прям с самого утра и до... Ну, вот недавно приехали. Ну, а так как нас целый день не было, я хочу быстренько сходить в стайку, посмотреть, как там у нас гусики себя чувствуют. Мы их уже покормили. И... вам показать, чем они там занимаются у нас. Вот, видите? Они у нас на месте. Вот на этом месте спят. Где я их ожидала. С правой стороны. Тут все намного. Вот они, мои холмогорики. Красавчики, да. Сейчас мы к Линдочкам пройдем, посмотрим. Вон они. Так, ладно, не кричите, не кричите. Совсем вас не трогаем даже. Сегодня они, конечно, не гуляли. Ой. Вон петушок поет нам. Вот Линдочки. Им тоже неплохо. Видите, как хорошо. Сегодня было не сильно холодно. Ну и пойдемте сходим к курочкам. Ну и Гошку задним посмотрим, да? Вот они, мои красавчики. Они уже тут все. Ой, какой ты мой золотой петушочек, золотой гребешочек, песенки поет. Они уже спать улеглись. Да. Ой, какой ты у меня сладкий-то певчий. В общем-то, все тихо, спокойно, да? Все хорошо. Да, вот они. Гошка, Матильда и ихняя девочка. Да. Петушок песенки поет. Петушок теперь будет грязненький до весны. Так, а ты что у нас тут, принцесса? Сидишь? Ну, сиди. Ой, какой-то умничка у нас. Так, ладно, пойдемте. Все, я вам быстренько показала, что у нас все хорошо, все в порядке. Я сама убедилась, что все хорошо и все в порядке. Да. А сейчас мы пойдем. Ой, ну-ка. Ну что вы возмущаетесь? А? Мои симпатичные птички. Чего возмущаетесь? Все хорошо. Все спокойно. Смотри-ка, петух распился. Вот они. Хорошенькие мои. Да. Все, сейчас я уйду, не буду вас тревожить. Уйду. Конечно. Все, идите вот сюда. Все, 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 не ходите больше никуда. Пойдемте. В общем, там все нормально. Дверь стала открываться что-то. Так, ну вот, немножко гусей посмотрели. О, сколько снега, смотрите, какая шапка. Вот, а знаете, я когда-то хотела показать, когда в город ездили, говорила, что покажу дорогу, какая красивая была, да. А у меня почему-то видеоредактор у меня есть, я его скачала новый. И он у меня не открывает видео из видеорегистратора из машины. И я такие есть хорошие съемки, красивые, я не могла открыть. Но сегодня я снимала на камеру, на телефон дорогу. И какие красивые места есть. Я сейчас вам покажу дорогу нашу. Нашу дорогу покажу, да. И еще, знаете, наверное, покажу, это только в завтрашнем видео будет. Я когда ехала по деревне, я тоже снимала нашу деревню. Ну вот, как по дороге еду, так снимаю. И тоже завтра покажу вам нашу деревню, какая она у нас хорошая, большая, широкая. Ну, сейчас не очень красивая, все заметено, а вообще летом очень красивая даже. Ну вот, все, пойдем. Сейчас я сюда дорогу еще приклею, так скажем, видео.
и буду опубликовывать. И увидимся в следующем видео.